слушай, я просто хочу поступить верно. А если вспомнить пророчество... Хватит о пророчестве. Война не даст тебе цели в жизни, Наврэй. Война — смерть. Тогда что нам делать? Сложить оружие? Бездействовать? Хватит. Обсудим все это в более безопасном месте. Эльфы напали. Как вовремя. Мне надоело биться с эльфами. Им-то не надоело. Враг слева! Нужно уходить отсюда. Сюда! Ah!
огнем! Сурово! Как ты, брат? Идем, идем! Пройдет, ты справишься!
сурово! И как, брат? Теперь-то мы можем уйти. Еще чуть-чуть. Сюда. Тюр, мы... Прошу, открой врата.
хочешь войны, Атрей? Взгляни, что война сделала с равнинами. Я уже по горло этим сыт. Незачем спешить. Нужно самим взглянуть на эту пустыню. Я понимаю, нельзя доверять пророчеству, но и закрывать глаза на то, что мы видели, неправильно. Мы не закрываем. Поговорим дома. А пока давай поищем того раненого зверя, что ты слышал. Ты... правда? Да. Ладно. Тогда хорошо. Да! Куда идти? Думаю, мы сможем добраться до равнины поверху, если пройдем мимо материи Улья. Я знаю, что это. Здесь живут темные эльфы. Уже немало птичек перебил. Может быть, стоит наведаться к древу воронов? Что это за звери? Гулоны. Они живут в Ванахейме. Откуда они тут взялись? Привет вам, странники! Это пригодится. Атрей слышал крик животного в пустыне. Такую бурю? Ничего себе! Ты же хорошо знаешь Альфхейм, да? Что там может находиться? Нет, прости. Эльфы и я... Короче, нам лучше держаться друг от друга подальше. А ульи слишком липкие, как по мне. Но удачи вам в поисках. Засуньте в уши тряпки, чтобы песок не забился. Сначала попробуйте, а потом говорите. Не ожидал увидеть тебя здесь. Ты ведь не любишь песок. Ой, терпеть не могу.
Но Брока выгнали из Альфхейма, так что теперь я буду за вами присматривать. А за что Брока выгнали? Дело в том... не знаю, можно ли... Ну... Вы знаете, что такое сочная нёка? Нет. Ну, благодаря Броку эльфы теперь знают. А что значит сочная... Нет. Этот топор становится все лучше. Пожалуй, это лучшее, что я за сегодня сделал. Удобно. Носи с гордостью. Кто-то обучил их тянуть сани. Повезло. А домашненные гулоны? То и дела.
Есть идеи, где может быть это твое животное? Или будем наслаждаться прогулкой? Я ничего не слышу. Может, найдем пещеру и там сориентируемся? Какой манящий сундук там, если бы не песок! Вон! Вот в пещеру! Пещера простирается под пустыней. Зверь точно там? Да, судя по звуку. Надо идти, мы его найдем. Что это за место? С виду убежище темных эльфов. После запрета появляться в храме их осталось мало. Прекрасно. Брат, может, сумеречный камень поможет найти угол?
Даже я почувствовал. Я теперь куда больше знаю о темных эльфах, и жаль, что приходится с ними драться. Они напали на нас. Ну, это их дом. А учитывая, что случилось, когда мы в тот раз были в Альфхейме, можно уйти. Терпение. Добродетель или угроза? Зависит от читателя. Yeah!
то существо, что оно говорит? Не всегда так бывает. Порой звери просто... Я чувствую то же, что и они, понимаешь? А этому существу очень-очень больно. Ясно. Почему спрашиваешь? Просто интересно. Правда? Я умею испытывать интерес. Ладно, ладно. Если попробовать снизу. Надо попробовать с другой стороны. Брат, этот уродец сейчас взорвется! Go!
Раньше тебе не было интересно, когда я говорил с животными или с зачарованными кольцами, или... Многое изменилось для нас обоих. Ну, да, я просто пытаюсь понять, зачем тебе помогать какому-то зверю. Разве ты этого не хочешь? Нет, нет, хочу. Просто странно, что ты тоже этого хочешь. Yeah.
толпа! Осторожно! Сзади! Слева! Субатина! Берегись! Слева!
Почувствовал.
Ямба! Унду! Справа! Сзади! Ямба! Whoa!
Order! Nani Uta! Go! Oh!
Точно поступаем правильно. Если хочешь бросить зверя, мы уйдем. Нет, я не хочу его бросать. Но если придется убивать темных эльфов, чтобы к нему попасть... Знавал я паренька, который до сей поры ради раненого зверя перебил бы армию драугров. Но это не драугры, нежить. Это эльфы. Просто хочу убедиться, что мы не повторяем своих ошибок. Не лезем куда не стоит. Думаю, нам сюда.
Просто такое чувство, что все, что мы делаем в Альфхейме, вредит темным эльфам. Мы здесь, чтобы помочь зверю, которого ты слышал. Я знаю. Обычно это я тащу нас спасать всяких животных. Почему тебе это так важно? Ты о чем-то мне не сказал? Нет. Ладно. Go!
Слева кошмар! Кошмар слева! Как, брат? Готово! Правее! Кошмар слева! Ты в порядке? Брат, вставай! Есть! Очень неплохо! Гевьон, милосердная! Это же самая большая хавгуфа из всех, что я видел! Ты не просто понял. Она пытается петь. Это песнь песков. Обычно под землей они так не поют. Из-за этого здесь будет? Да. Судя по тому, сколько материи улья на нее давит, она здесь уже десятки зим. Не бойся, Снедь. Мы тебя вытащим. Что за имя?
Зверя, похожего на кальмара, звали Закуска, и... Ух ты! Я оценил твою попытку быть остроумным, братец. Но это просто ужасная игра слов. Мне даже стыдно. Ну что ж, не всем везет. Надо расчистить эти камни, найти угол получше. Мы убрали материю улья. Теперь можно выпустить ее снаружи. Зачем ее тут держат? Хавгуфы часто роют норы. Так что я бы не стал всю вину взваливать на темных эльфов. Но она покрыта материей улья. Материя улья не собственность темных эльфов, как и свет не собственность светлых. Это лишь еще один природный ресурс Альфхейма, который эльфы с давних времен научились использовать. Светлые эльфы пренебрегают ульем, а вот темные эльфы на равнине применяют его себе во благо. Если мы расчистим этот улей, темные эльфы пострадают? Ты хочешь бросить зверя здесь? Нет. Тогда за дело.
Вот здесь место, где можно выпустить Хабгуфу. Она летит? Ну, конечно! Это же Хабгуфа! Ее голос стал радостней, и буря закончилась. Да, может, теперь темные эльфы будут к нам более благосклонны. Отец, спасибо, что привел нас сюда. Но ты не обязан идти на такое, чтобы отвлечь меня от Рагнарёка, понимаешь? Я тебя не отвлекал. Да? Тогда зачем мы пришли сюда? Ты так и не понял. Он просто хотел побыть с тобой, парень. Пока еще можем. Правда? Мы не знаем, что нас ждет. Но если Рагнарёк близко, хочу насладиться оставшимся временем. Я не знаю, что сказать. Спасибо, что привел нас сюда. Я рад, что мы здесь. Я тоже.